Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Абгадж Нури Арикович, 1983 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского свидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Гаранян Артур Андреевич, 1984 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Кокоскерия Мираби Васильевич, 1978 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Ариндба Вианор Михайлович, 1973 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Тополян Махран Харынович, 1982 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Бганба Геннадий Аркадьевич, 1983 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Мартиросян Артем Завенович, 1995 года рождения, житель Глырыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хагуш Роман Масикович, 1968 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Батлук Павел Сергеевич, 1998 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Махария Ратмир Михайлович, 1979 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Милитян Эдгар Рафикович, 2000 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мусатова Екатерина Сергеевна, 1995 года рождения, жительница Кемеровской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Иналы Палаш Анзорович, 1994 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашуба Иракли Заурович, 1995 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем состояние алкогольного опьянения. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики.